Вот смотри, как близко друг к другу. А. Угу. Ого! Вот тут сейчас, блин, ну я все-таки надеюсь, что они сейчас отыграются. Тем более сейчас, мне кажется, будет не такой уж раш, так что драги тут будут рулить. Ну посмотрим. Мне кажется, они прям соединятся сейчас, две базы соединятся. Среднее расстояние. Ну, мне кажется, драг будет играть. Хотя вот между ним лесок, но он не помешает. Вот, пошли сливаться базы воедино. Хотя нет, ну как-то я не знаю, я думал, они сейчас прям в одну и сольют, чтобы невозможно было разъединить их войска. Все равно как-то и казармы ставят друг от, ну, далеко друг от друга. Конюшни ставят, в принципе, нас поставил близко. Ну, я как-то надеялся, что это будет по-другому. А где Настя на пике? Сейчас, походу, не успеет. Зарейдит? А может, зарейдит? Да не, не успеет. Только ГЦ может быть. Да, ГЦ. Что-то Настя не уследила. Тем более могут два даже ГЦ зарядить. Ого. Один есть. Мне кажется, как бы Настя его сама не спалила. Смотри, он появился обратно. А как так? Я сам не понял. Что за фантастика? А знаешь, как-то недостроенное здание в два раза взрывает. Может так же? А, это у нее просто, смотри. Это... Она лапа развила, похоже. Ну я не знаю, почему так получилось. Похоже, в этот момент как раз она лопату развивала. Опять получается Настя против Висты. Ну вот у Висты с Настей, блин, тут в принципе опять короткое расстояние, в драк будет сложно играть. Сейчас вот в гусей, Настя в гусей играет. А Слава. Тоже в гусей. Решили все-таки в гусей сыграть, ну посмотрим. О, сейчас опять зарейдит, нет? Да, уже зарейдил. Вот это неплохо вообще. Настя его просто изрейдили всю. Парни в чате тоже не удивляют, как это получилось. Куда это Настя гусями побежала? А, это просто так. Ну, Слава тут может, кстати, выиграть еще. Прям неплохо так он сейчас... Пришел развернуть свою атаку, смотри, прямо и гусями неплохо зашел. Да-да-да, смотри, вообще неплохо проходит. Гусями он, конечно, проиграл, но... Драгах выиграл маленько. А, нет, смотри, сколько гус опять... Нет, плохо. И тут же Виста опять бежит, возвращает. Но пока неудачно атаковал Слава. У Насти она потрепанная рейдами. Ну, в принципе, это ничего не сыграло, она же не потеряла. Она конюшню потеряла только. Конюшню и ГЦ. Офицеров у нее столько же должно быть. А сколько у нее казарм, смотри. 17 века. 5 всего. На таком расстоянии 5 казарм. Ну, я, в принципе, так же делал, но я
как-то я не игрок на ПТ. Но она, в принципе, тоже, но по идее надо 6, наверное, ставить на таком расстоянии. 6, а то и 7. Вот Слава 6 поставил. Ну пока не торопятся, ни те, ни другие. У Висты по одна казарма готова 18-го, а у Насти 0. И даже пока близко готова. У Славы неплохо фланги свои расширяет, опять Драх Джо теряет. И Настя тут же помогает. Во, неплохо. А Виста успевает? Виста тоже пришел. Неплохо будет сейчас. А Виста и Драх тоже тянет. Настя сейчас Драх, наверное, потеряет. Да, Драх будет терять. Она не видит. А, вот увидела. Сейчас будет неплохо. Потому что Виста, во, смотри, сколько сейчас... Давит прототипа. Шикарно вообще. Вот сейчас шикарная атака у них получилась. Правда, Насти гусей очень мало у Насти. Но они прототипы зажали, поджали. Славе теперь нужно добивать прототипы. А Насте нужно пока как-то от Виста отбиваться. Тогда будет все шикарно. Вот, все правильно Настя делает, отступает, ей пока не нужно торопить ход событий. Блин, у нее еще пока ни одной казармы даже не построена. Давай, Слава, добивай. Ну, прототип, в принципе, еще приличный драк, ему достаточно для того, чтобы отбиться хорошо. Прототипы и гуси остались. Слушай, покажи мне ресурсы у Славы. Потому что Настя, я видел передачу ресурсов, походу Настя передала Славе ресурсы, и Слава сейчас поставил 6 казарм, 6 таких казарм, покажи. Ну, а здание? 6 на 5. А, 6 на 5. Просто я видел там передачу ресурсов, мне казалось, Настя передала Славе ресурсы, и он, может быть, поставил одну там лишнюю казарму. Сейчас посмотрим, как Слава использует преимущество свое. Ой, блин, у Насти дип вообще очень плохо стоит. Практически уже его заблочили. Да. Ну хотя вот сейчас она может, в принципе, попробовать отбиться, потому что Виста близко к ней в казах, а ну, Настя в казах. Ну и прототип сейчас тоже отбивается. Ой, смотри, да, потому что Виста помог. Ну, в принципе, и Лава еще приличный драк. Вот прототип зря отвел. О, обратно. Молодец. Правильно. Потому что уже опять отводит. Зачем отводит? У Славы мяса уже вообще нет для того, чтобы отбиться. И Спирит говорит, дипло надо переставить. А с драгами как быть? Заново заказывать по 500? Или сколько они там? Уже 1000 будет стоить один. Или даже больше. Драги уводить в бунт. Да, слушай, а неплохо, смотри, Настя отбивается. Хотя смотри еще сколько гусей увести. Ну вот тут он и вынужден отступить. Ну блин, у Насти даже нету крестов, чтобы достроить. Двадцать один человек нас смотрит. Всем привет еще раз. Это финал. Счет пока 1-0, выигрывает прототип. Висты, это вторая игра, тут пока еще, ну, ничего не ясно еще, можно так сказать. Правда, уже поджимают опять прототип с Вистой своих соперников. Но это пока еще ничего не значит. Ой, блин, как-то плохо, Слава. Хотел. А, ну шикарно вообще поймал на муви. Вот они сравнялись, Слава с прототипом сейчас сравнялись войск. Смотри, как Настя неплохо.
выкручивается. Уже у Висты тоже нету гусей, в принципе. Ну, не-не, смотри, слева заходит, драк прям. Ну, там, мне кажется, ну, конечно, потеряет Неста драк 10-15. Ну, это уже лучше, чем... Вон, смотри, он тоже потерял Висты драк. И главное, что гиб отбило. С одной казармы, с какой-то, по-моему, играет 18 века. Одна казарма 18 века играет. Вообще, шикарно. Две. А где вторая? А, две, да. Ну смотри, как отбивается-то. Младшенька. А Слава, покажи с прототипом. Там все-таки решит сейчас у Славы с прототипом. Кто из них выиграет? Все это решит. Ну, прототипы немножко пошире. Да, пошире. А где его гуси у прототипа? У него, наверное, гуси уже больше. Да я понял, что сильно много их. Ну, поболее будет. Ну и по очкам он выигрывает, у него, значит, наверное, и по юнитам тоже. У нас не все печально, не так печально, как казалось до этого. Ей бы сейчас эти казармы, которые у нее заложены, достроить, и был бы вообще шикарно просто. Ну тут сейчас будет терять драк, конечно, типа она. Слава сейчас гусей потеряет. Ну, только погонял. Прототипа чуть-чуть отогнал его. А гусей потерял прилично. Вот, Настя, блин, отдает она дип. Все-таки пришлось ей отдать дип. Вот сейчас все от Славы зависит. Потому что Настя еще может каких-то минуту там продержаться. Покажи Славу нам. Блин, на офов. Смотри, гусями на офов. Блин, тут вообще ничего не понятно у них. В принципе, Слава не будет. Прототип получше выглядит. Мне кажется, нет. Сейчас Славе вот эти вот центральный драк чуть-чуть отвести, вот. И вот эти кучку, которые там драк 20 в центре. И он у него в ленске офицеров ничего. В принципе, у прототипа тоже. У прототипа, да, фланги шире. Гораздо шире. Ну и офицер еще, смотри сколько. Да. А по гусям? По гусям одинаково, мне кажется. Даже у прототипа нифига себе, сколько опять у него гусей. У прототипа больше, да, гусей. Больше. Но Слава в казах. И фланги он сейчас раскидывает неплохо. Вот только левый. Еще нужно чуть-чуть растянуть. Вот сейчас будет, по-моему, хороший размен. Слава в нем выиграет. Да не, я бы не сказал. Он правый фланг свой точно потеряет. Хотя... Прототип... Потеряет там, да. Прототип мяса уводит. Здесь свой сделают. Правый полностью потерял. От центра. На центр сейчас на офицеров пойдет. Да, нужно отводить Славе и гусей, и драк. Окей.
Ну хорошо сыграли все равно. Настя просто держалась. Я не знаю, как так можно было держаться. Ой, на офицеров. Сейчас нарвется. Ага, убрал часть, молодец. Да, у Славы неплохой контроль. Но все равно уже все тут уже. И левый фланг здесь тоже потеряет. Удалил. Гейм. 2-0. Молодцы, ребята.